إذا يعني كان الناس في زحام شديد يعني مثلا في الطريق أذن للمغرب ونحن في بلد الإقامة. نعم. Если люди находятся в пути и пробка и прозвучал азан на магриб и мы находимся в местности, которая проживаем, то есть непосредственно пути, не находится непосредственно в пути. وما استطعت أنك تتوقف تصلي زحام يعني ما تستطيع الشرطة تمنعك من التوقف. И ты не можешь из-за пробки остановиться, чтобы совершить молитву, потому что полиция не дает этого сделать. ماذا تصنع؟ Что делать такое? يعني وقعنا في حرج. То есть у нас проблема такая произошла. Сложность. الآن هنا السنة أن نجمع بين المغرب والعشاء. В таком случае сунна является объединение между молитвой Магриб и Иша. والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما. И доказательство это является слова ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах и его сын. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Однажды посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم объединил между ظهром и عصرом и Магриб и Иша. من غير سفر ولا مطر وفي رواية ولا مرض. И без во время этого не находился в пути. Не было дождя, и как в другом в риваяте приходит, что не было болезни. قالوا ماذا أراد ابن عباس رضي الله عنهما؟ يعني لماذا الآن جمع؟ لماذا كان هذا الجمع؟ спросили почему произошло это объединение молитв. قال أراد ألا يحرج أمته، يعني لا تقع الأمة في حرج. он сказал, что пророк صلى الله عليه وسلم не хотел, чтобы его община попала в сложную ситуацию, в сложность. نعم لابد أن نحافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها. Да, мы должны, то есть соблюдать свои молитвы, выполнять их вовремя. لكن عند الحرج يأتي التخفيف. Однако, когда такая сложная ситуация, тогда есть облегчение. لكن بعض الناس هدانا الله وإياه أحيانا يعني مثلا يقول أنا متعب أريد أنام أريد كذا لا هذا ليس عذر ليس حرج الآن. Некоторые люди, то есть говорят, что я устал сегодня, хочу поспать, поэтому объединяют. Нет, это не является оправдательной причиной. يعني يمكن يمر عليه ستة أشهر في ستة أشهر ممكن يجمع مرة واحدة هكذا تقريبا يعني. То есть это может быть, что человек в течение полугода один раз такая ситуация случилась, что он объединит.